Семена или саженцы бересклета европейского вырастают во взрослое растение высотой до 6 метров. Садоводам интересен этот кустарник из-за обильного цветения и появления на ветках плодов необычной формы. Они похожи на коробочки с ягодами внутри, однако применять их в пищу запрещается. Побеги очень длинные, со временем кустарник приобретает округлую форму. Листья продолговатые и гладкие, темно-зеленые. Растение обладает повышенной морозостойкостью, что можно отнести к преимуществам. Высаживается на хорошо освещенных участках сада, неприхотливо к почве. Бересклет европейский – это многолетнее растение высотой 150-200 см. Кустарник лучше всего подходит для групповых посадок. Бересклет прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Расцветает бересклет европейский в месяц июнь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.